Поддержка некоммерческого сектора и формирование нового состава общественной палаты. Эти и другие вопросы обсудили представители общественных организаций с губернатором. Повод для встречи оказался радостным. Фонд президентских грантов озвучил результаты второго конкурса в этом году. По его итогам победителей стали 23 ульяновских проекта. Каждый получит грант на развитие. Всего же за 2020 год в конкурсах от фонда президентских грантов победили 60 региональных проектов. Что такое 60 проектов? Почти 50 миллионов рублей инвестиций в гражданское общество в Ульяновской области. А всего было заявлено у нас более 250 проектов. Причем треть победителей получили федеральную поддержку впервые. В числе лидеров второго этапа конкурса работы по комплексной поддержке людей с ограниченными возможностями здоровья, развитию детского спорта, социальной адаптации, сохранению исторической памяти. По словам губернатора, на региональном уровне также продолжат поддерживать инициативы НКО на конкурсе субсидий. Мы должны с вами выработать уже на следующий год предложение подхода к грантовым конкурсам. И взять за основу следующие направления, связанные с народосбережением, с поддержкой образования и здравоохранения, проекты развития общественной инфраструктуры. Кроме финансов, помогут и морально. С этого года возобновляют проведение областного конкурса «Общественное признание». Он пройдет 31 октября, в День общественного активиста. Кроме того, завершается процесс формирования нового состава общественной палаты. Окончательный список участников станет известен 8 июля. Анна Тищенко, новости Улправды ТВ.